Новый состав Народного собрания Гагаузии еще не приступил к работе. О прогнозе, анализе и предстоящих инициативах. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Михайлова. Это «Диалог в студии». Программа открытых вопросов и ответов. Контактный телефон 24960, электронный адрес gagosradiosu@mail.ru. У нас в гостях вице-спикер Народного собрания Гагаузии Александр Тарнавский. Александр Григорьевич, здравствуйте. Добрый день. Назвала вас вице-спикером, потому что еще действует эта должность. Это функциональная обязанность ваша, да. И она будет действовать до оглашения нового состава Народного собрания Гагаузии. И когда оно состоится, пока неизвестно. Но ровно неделю назад завершится. Через неделю завершится 30-дневный срок созыва первого учредительного заседания. 12-13 октября были утверждены, опубликованы окончательные итоги выборов в Народное собрание Гагаузии. Сейчас много разных прогнозов, ожиданий и даже несколько, можно сказать, иллюзий. У вас есть свои видения на сей счет? И как будет формироваться руководство Народного собрания Гагаузии? Каким будет в целом, на ваш взгляд, расклад? Добрый день, спасибо за приглашение. Значит, действительно, 30-дневный срок по всем расчетам истекает в будущую пятницу, да, и да. Вот, очень надеюсь, что будет созвано Народное собрание, потому что вот эта система, режим ожидания, да, вот этой неопределенности, он, по крайней мере, на меня, такое оказывает гнетущее влияние, потому что... Даже не только на вас, но в целом на общество, потому что все уже ждут, когда же все произойдет. На самом деле, да, Бог с нами, на самом деле люди, которые выбрали, они ждут конкретных результатов. Конкретных действий. Реализации тех обещаний, которые были даны, потому что есть важные вопросы на повестке дня. Ну, я уже ухожу вообще от того, что на самом деле без представительного органа Гагаузия не может нормально развиваться, да, уже оставим эту глобальную вещь, но есть вопросы, которые требуют буквально немедленного рассмотрения. Это и бюджет на будущий год, это то, что случилось в Высшей судебной палате по отмене местных законов о патенте, о налоговом свидетельстве. И поэтому, кроме тех, конечно, еще обещаний, которые мы все давали людям, и которые нужно уже воплощать. Я немножко остановлюсь на почему эти вопросы являются очень актуальными. Во-первых, бюджет на будущий год. 1 ноября истек срок, когда исполнительный комитет должен был представить проект закона. И я еще понимаю, что Народное собрание не функционально, да, потому что не было первого, но исполнительный комитет полноправно функционирует. И почему исполнительный комитет не утвердил еще проект бюджета, который должен был до 1 ноября представить, пусть и не функционально Народное собрание, но он должен был представлен, сам документ, да, для того, чтобы... Возможно, что действующему составу Народного собрания Гагаузии. Закон о публичных финансах Гагаузии не подразумевает... Действующие до 1 ноября проект бюджета должен быть представлен. И тем более, что я думаю, что каждому из коллег из 35, который утвержден, было бы и интересно, и познавательно ознакомиться с проектом бюджета, чтобы после того, как пройдет первое учредительное собрание, уже иметь свое внутреннее мнение, проанализировать. Учитывая, что 20 человек из предыдущего состава вошли тем более, в новый состав. Тем более, есть преемственность, есть люди, которые могут разобраться в этих вопросах, подсказать новым коллегам. Что касается местных законов о патенте, о налоговом свидетельстве, я на своей страничке в Фейсбуке попытался свое личное мнение высказать, потому что в предпринимательской среде это все-таки больше 2000 предпринимателей, чувство тревоги, да, потому что местные законы отменены. Если с патентом еще не такая сложная ситуация, потому что есть национальный закон о предпринимательском патенте и есть синхронизация, да, какая-то в местном законе, в национальном, и люди могут осуществлять определенные виды деятельности, то с налоговым свидетельством ситуация намного сложнее, потому что в национальном законодательстве вообще нет понятия фиксированного единого налога. И мне кажется, сейчас вот эта масса предпринимателей находится в таком правовом вакууме, да, и в подвешенном состоянии. Поэтому очень важно рассматривать эти местные законы, узнать мнение исполнительного комитета, который ответственен за налоговую систему, за управление налоговой системой. И мы должны людям открыто сказать, что будет у них завтра. Да? То есть у меня есть, например, собственные проекты этих местных законов. То есть я их разработал, но важно, какое мнение
правительство Гагаузии, да, потому что, ну, все-таки там профессионально работают люди в этой сфере, и хочется увидеть, какую версию нового закона они предложат, и вообще предложат ли, да, чтобы дискутировать, вносить предложения, и чтобы люди могли работать полноценно. Так что вот такие. Что касается прогнозов в отношении, кто возглавит народное собрание, ну, наверное, уже очень много в прессе звучали фамилии 4-5 человек, да, на самом деле, наверное, так оно и есть. Единственное, я вот очень бы хотел, чтобы вот в этой важной работе по определению будущего руководителя народного собрания не получилось так, что его быстро не выберут, да, потому что в противном случае после первого учредительного собрания все те, кто работающие депутаты предыдущего созыва, прекращают свои полномочия, и тогда практически вообще не будет функционирующего народного собрания, и как будут рассматриваться вопросы, требующие утверждения и рассмотрения народным собранием, вообще непонятно, поэтому такая ситуация была два созыва назад, когда Анна Харлампина была руководителем, там 4 или 5 месяцев продлилось, но это была середина года, и, может быть, не совсем как бы негативно сказалось, а тут конец года, да, то есть будущий год, ну, утверждения, да, важнейших документов. И я вот все-таки надеюсь, что какой-то, да, вот про ковид говорят коллективный иммунитет, а здесь какая-то вот коллективная солидарность, ответственность будет у коллег для того, чтобы выбрать руководство и приступить к работе. Ну, много спекуляций на сей счет, действительно, кто возглавит Народное собрание Гагаузии. О вице-спикерах абсолютно пока речи не идет. Но, на ваш взгляд, считаете ли вы, что одна из женщин, а их всего в две в Народном собрании Гагаузии, в седьмом созыве, все-таки тоже должна стать вице-спикером? Гендерный фокус, так называемый, да, потому что, то есть, конечно, в руководстве Народного собрания женщины приветствуются, единственное, как бы я не знаю мнения самих женщин, то есть, ну, какая у них основная работа, хотят ли они заниматься профессионально законотворческой деятельностью, потому что у нас, вы знаете, Народное собрание полупрофессионально, то есть можно и не работать в Народном собрании, поэтому не знаю, как бы настроение этих девушек, да. Александр Григорьевич, ну, учитывая, что вы уже третий созыв, да, получается, это ваше нахождение в Народном собрании Гагаузии, у вас есть уже, сформировался политический, так скажем, опыт в этом деле. Что регламентирует закон относительно такого, чтобы именно женщина все-таки, которая входит в состав Народного собрания Гагаузии, возглавила ту или иную комиссию или, может быть, действительно стала вице-спикером, а то и спикером НСГ? Ну, у нас патриархальное общество, да, в том числе и в части законодательства, и, к сожалению, в нашем местном законодательстве вообще отсутствуют положения, связанные, да, с гендерным равенством. Угу. Если в национальном законе при выборе депутатов парламента есть норма, что не менее 40%, да, в списках должны быть представители прекрасного пола, то в Гагаузии, к сожалению, этого этот нет. Этот момент упустили. Да, упустили. Я думаю, что сейчас две дамы только у нас в Народном собрании. Наверное, и этот созыв не будет очень активен в этом вопросе, да, в продвижении этого фокуса гендерного. Ну, давайте перейдем к делам насущным. В свете последних событий, да, это газовая проблема, это задержание генерального прокурора, это повышение тарифов, это увеличивающееся количество зараженных ковид, вследствие чего высокая смертность, все это как-то должно влиять на сознание власти имущих и принимать веские и даже конкретные решения, чтобы улучшилась ситуация. Придется ли вам менять приоритеты, которые вы строили до и во время избирательной кампании, и сейчас, когда начнет полноценно свою работу новый состав НСГ? Спасибо, хороший вопрос. Действительно, но мы так привыкли, так нас воспитывали, что завтра будет лучше, да, и мы всегда как бы с этой надеждой по жизни идем, и Библия нас этому учит, и, к сожалению, да, действительно, на грани выживаемости поставлен народ, да, вот с этими с вещами, которые происходят, и я иногда задумываюсь, вот споткнешься и со здоровьем что-то случится, да, тут фактически нет завтрашнего дня, да, то есть нет веры в завтрашний, да, очень, день. Очень сложная ситуация, поэтому нам, ну, в принципе, нам сложности посылаются, да, и, наверное, правильно надо их воспринимать и идти вперед. Но что касается приоритетов в моей предвыборной программе, я
правильно сказали, что мой третий как бы мандат, и я приучил себя, да, и избирателей своих, что предвыборную программу обязательно сохраняю, да, то есть вот, потому что очень важно, когда ты отчитываешься перед людьми, показывать, что было обещано и что сделано, да, это, мне кажется, намного честнее, да, ну, потому что... Это и правильно. Как обычно говорят, что больше всего обманывают во время выборов и во время войны, и поэтому я, мне как-то это действительно, я с этим согласен, и поэтому вот эти красочные обещания, да, иллюзии вот эти, потом надо отвечать за них, поэтому... Я как бы приоритеты, конечно, не изменил, потому что, по-моему, ну, я сейчас не буду останавливаться на предвыборной программе, но вот какие-то основные аспекты, это все-таки вот безопасность пешеходов, да, вы знаете, что возле пятой школы было, и вот вопрос решается, но это фрагментарное решение вопроса конкретного объекта, пусть из моего округа. И оно, по-моему, уже решается, да, этот вопрос. Да, оно фактически решено, но... У меня было системное предложение, чтобы мы все-таки безопасность детей обеспечили, как пешеходов, не только в лицее Третьякова. Я только по Камрату могу сказать. Такая же ситуация возле колледжа Чекера. Такая же ситуация в учебных заведениях, которые расположены вдоль национальной трассы. Абсолютно верно. И поэтому есть законодательная инициатива, мною была она подготовлена еще с моими коллегами предыдущими по СОЗОВу, Екатерина Федоровна и Лена Федоровна, о том, чтобы было системное финансирование для местных властей. Вот эти учреждения образования, расположенные вдоль оживленных трасс, установить светофоры. Потому что вы видите, какая была ситуация, например, с пятой школы, что дорога государственная, дети наши. И, то знаете, есть... это напомнило фильм, забыла, на бензоколонке, девушка... А, да-да, Румянцева. Да, да, с Надеждой девушка Румянцевой, да. Когда вот тоже там она хотела улучшить положение этой заправки. И вот, как правило, вопрос упирался, у каждого своя территория, у каждого своя частичка работы, в свой фронт работы. И вот тут и один ссылается на другого. Здесь, конечно, тоже быть не должно этого, но, к сожалению... Вы знаете, мы, чиновники, конечно, очень легко придумываем вещи, чтобы обойти... Королева бензоколонки. Да, вот. Обойти проблему, но на самом деле вот инициатива направлено на то, чтобы все учреждения в нашей Гагаузии, где дети ходят в учебные заведения, вот, имели возможность иметь светофор. Да, это может быть будет затратно, да, это может быть, учитывая какие... Но сейчас... это необходимо, это Александр необходимо, Григорьевич, потому что я знаю, как, насколько это опасно для тех, кто переходит, и не только дети, и в смысле взрослые с детьми. Ваше родное Кирсово то да. же самое. Да. Это... Школа, вернее, лицей, дети переходят дорогу. Детский сад в Гагаузской стороне и рядом гимназия. Это настолько оживленная трасса, и уверяю вас, что водители не задерживают и не притормаживают. Катерина, я вот хочу вам сказать, я сам автолюбитель, и, во-первых, у детей есть вот такой синдром боязнь, да, и они, как правило, перебегают дорогу на пешеходных, потому что в ребенке уже заложен какой-то страх, и вот это эмоциональное движение, когда он резко начинает перебегать, иногда водители не успевают за вот этим... С этим я тоже не могу не согласиться. Да, имеет место. Поэтому такое. Очень важно, чтобы и водитель, и пешеход были защищены, да? Но вот сейчас установлены 2-3 и более даже дорожных знака, да, вот о том, что это пешеходный... Хотя, да, зебры как таково не установлено, но знаки висят. И не один, и не два. С обеих сторон причем. Но это абсолютно не говорит о том, что водитель вот намеренно готов приостановить свой транспорт для того, чтобы прошли пешеходы. Пешеходы ждут, стоят, когда действительно трасса будет безопасная. Не знаю, на что должны обращать внимание водители. Ну, на зебру или все-таки на дорожные знаки? Вы видите, это постоянные трагедии. Вот в Камрате две девочки недавно возле колледжа. Да. Знаю прекрасно семью. Ну, неужели мы как бы вот власть у нас наделили и не можем вот такие вопросы, которые касаются каждого, решить один раз? Александр Григорьевич, да. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос нашего собеседника. День добрый. Мы вас слушаем, говорите. Алло. Здравствуйте, это Кангас. Здравствуйте, слушаем вас. Кирилл Кириллович. Здравствуйте, Кирилл Кириллович. Значит, у меня к Александру Григорьевичу. Вот, Александр Григорьевич, вы напомнили, что вы должны выполнять свои обещания перед своими избирателями. Но вот у нас в Кангазе по 27-му округу избрана женщина, которая ничего не обещала, никаких дебатов не присутствовала.
А соцработники считают, что они Гагаузия, и Бог, и царини. У меня на эту тему вопрос к вам. Вот бюджетом в прошлом году играли, танцевали, как захотела Ирина Влак. В этом году ее же принцип продолжается. Посмешище по всему миру, не то чтобы в Молдове. Нельзя ли принять закон в народном собрании? Если бюджет не принят, начинает Башкана, заканчивая техничку, никому зарплату не оплатить. Чтобы вот эта интеллигенция немножко почувствовала, в какой государстве, в какой автономии живут они. Пожалуйста, вот это очень будет бить по их карманам и по их шеям. Спасибо. Наказание рублем, так сказать, назовем. Спасибо, Кирилл Кириллович. Вы предварили несколько мой вопрос. Действительно, проект закона о бюджете на 2021 год стал одним из самых скандальных и долгоиграющих, да, в истории принятия вообще какого-либо документа НСГ. Его даже назвали антинародным. А какая участь ждет этот финансовый документ, Александр Григорьевич? Ведь на данный момент действительно должен быть уже проект закона. И что вы скажете относительно предложения Кирилла Кирилловича? Спасибо. Спасибо, Кирилл Кириллович. Значит, вы знаете насчет предвыборных обещаний. К сожалению, законодательство не предусматривает обязательность предвыборной программы, да, и у меня даже была инициатива в изменении избирательного кодекса Гагаузии о том, чтобы когда кандидат регистрируется как кандидат в депутаты Народного собрания, есть перечень обязательных документов, да, которые он должен представить. Паспорт, декларацию о доходах. И я предлагал, чтобы одним из документов была предвыборная программа. Обязательно. Чтобы она архивировалась. Ну, в принципе, как у каждой партии это есть, да? Чтобы она архивировалась. К сожалению, коллеги не поддержали эту идею. И действительно, многие баллотировались без предвыборной программы. Но, к сожалению, закон это разрешает. И вы знаете, наверное, это... Ну, немножко и честно, да, человек ничего и не обещает. Но если это достаточно для избирателей, чтобы его выбрали, ну, это уже вопросы, конечно, к избирателям. Что касается бюджета на будущий год, мы с вами вот вначале немножко выше говорили об этом, Катерина. Я очень удивлен, что 1 ноября не представлен проект бюджета. И вот вы знаете, как-то прошлый созыв остался, не хочется возвращаться и с критики начинать. Но я сейчас как бы без персонали, но я не понимаю, почему исполнительный комитет не представил проект бюджета. Во-первых, он должен быть обнародован, да, он должен быть публичным, гласным, чтобы люди могли изучить, и Кирилл Кириллович, и любой, и в том числе, конечно, мы депутаты, для того, чтобы мы имели свое мнение. Да. Может быть, когда мы начнем работать, сразу какие-то предложения, дополнения, потому что мы с вами знаем, что до 1 января были приостановлены местные законы о питании старшеклассников и освещении населенных пунктов. По идее, они 1 января должны восстановиться, не то что по идее, а по закону, и финансироваться. Есть ли это в проекте бюджета или этого нету? Что вообще происходит с примариями, да, потому что многие сетуют на то, что недополучили финансовых... Да, недополучили, многие, вот я вчера слушал, кстати, ваши комментарии по Тамаю, да, что там на миллион уменьшился бюджет или не хватает, то есть на самом деле у нас вот это немножко есть у власти Гагаузии высокомерное отношение к примарам, я надеюсь, что мы это потихонечку выветрим, вот это прошлое, потому что примары на самом деле это первые, кто стоит у руля с населением. Да, у проблем людей, да, и на самом деле вот это немножко такое высокомерное, небрежное отношение к примариям, оно очень опасно, потому что мы можем любить, не любить персонально примара, да, но на самом деле они несут колоссальную ответственность и колоссальную важность для решения проблем людей. Поэтому если мы где-то нашли там политические какие-то рычаги и закон, например, освещение сел не работает, на самом деле это люди ночью ходят, и нет ни безопасности, извините, ни комфорта, ничего. Поэтому да, нашли там тогда большинство, проголосовали, ну и что? И что люди сейчас, я езжу по селам, в 9 часов, в 10 часов в некоторых селах уже нет света, вечер. То есть, ну о чем? Какой 21 век? То есть это очень... Хочу заверить, что в Кирсове свет есть. Целую ночь. Ну, значит, примария самодостаточная или нашла какие-то ресурсы, что-то не сделала, да, но нашла деньги на свет, но, к сожалению, не все могут это себе позволить. Поэтому тут не дело в Тарнавском или в том... А вот мне подскажут, что в Чукмайдане всего лишь 3 часа горит свет. Я знаю, населенный пункт. И это даже не зависит от этой приостановления программы. У них и до этого так. А, даже так, да? Да.
ограниченное количество часов, скажем так. Поэтому бюджет на самом деле это не просто документ для ознакомления депутатов, да, и политической элиты. На самом деле это документ, который имеет отношение к каждому из нас, каждому жителю Гагаузии. Очень важно быть внимательными, и когда мы голосуем или вносим какие-то предложения, нести ответственность, потому что это имеет долгосрочные последствия. А вот до этого 5 часов. Подсказывают, что в Чекмедане именно столько горит свет в течение суток. Александр Григорьевич, и все же у вас есть наверняка свои прогнозы относительно этого главного финансового документа. Угу. Пусть даже он не представлен вам сейчас на, скажем так, на общее рассмотрение. И тем не менее, даже, может быть, не будут учтены, но угу. или все-таки учтены. Что бы вы хотели в этом законе, чтобы было? На что ага. должны обратить внимание те, кто будет его составлять? Ну, вообще-то он уже должен быть да, составлен. Ну, конечно, мои ожидания связаны, опять же, с предвыборной программой, потому что восстановление программ по освещению и по питанию старшеклассников uh-huh. было одним из моих главных аспектов. И, в принципе, когда я проводил встречи с людьми, у людей в основном этот вопрос и возникал. Особенно в Камрате он может быть не такой острый, потому что городской бюджет более самостоятельный, и освещение населенного пункта осуществляется нормально. Но вот что касается питания детей из 5 класса, ну, для многих это, конечно, было шоком, то, что с 1 сентября перестали питаться. И поэтому я все-таки жду, что исполнительный комитет в проекте бюджета, который представлят, вот эти приоритеты все-таки обозначат, да, потому что материнство и детство, оно, в принципе, конституционный приоритет. Поэтому то, что касается, мы говорили с вами про безопасность пешеходов, деток, да, и про питание детей, это обязательно должно быть восстановлено. А, во-вторых, я жду больше открытости со стороны исполнительного комитета, потому что не надо обижаться на коллег-депутатов, многие из них не являются финансистами и не обязательно должны эти ребусы расшифровывать, не обладая профессиональными знаниями, поэтому иногда, мне кажется, исполнительный комитет вот в этом плане ожидает, что депутаты, они также подготовлены с финансовой точки зрения, как профессионалы с исполнительного комитета. К сожалению, это не так, поэтому мы должны, точнее, исполнительная власть, больше открытости, больше информации, чтобы люди разобрались в бюджете, потому что, на самом деле, это довольно сложный документ для восприятия. И я все-таки жду, что одним из приоритетов для исполнительной власти в новом проекте бюджета будет все-таки та реформа исполнительной власти, которая была обещана нам при реализации европейского проекта по и оптимизации, и по повышению функциональности исполнительной власти, потому что я смотрю, мы с вами несколько раз об этом говорили, что так и не создана структура в исполнительном комитете, помогающая примарам, директорам uh-huh. образовательных заведений писать грантовые проекты. Я, ну, вы знаете, что я как общественная деятельность занимаюсь этими вопросами, я вижу, какое сейчас хорошие есть предложения со стороны доноров, особенно в контексте ковида, да, но которые можно вот фокус повернуть для развития наших населенных пунктов и Гагаузии. И, к сожалению, вижу, что не всегда активна автономия в реализации, в написании этих проектов. И мне очень хочется, чтобы исполнительный комитет не просто отправлял примарам ссылки с информацией об этих проектах, но и помогал этим. Ну, действительно складывается впечатление, что примары несколько опустили руки по поводу даже, того, чтобы понимаете, не то, что опустили, вызываться для приема участия. Я немножко знаю, точнее был, как говорится, в шкуре примарской, uh-huh. два мандата был заместителем примара. Я просто понимаю, что иногда, когда этот вал посетителей, людей со своими проблемами, с землей, с соседями, с дорогами, uh-huh. вот иногда вот эта стратегия, она теряется, да, то есть нету физического времени, и поэтому очень важно, чтобы исполнительная власть на центральном уровне, да, вот она немножко более свободная, вот, да, в плане времени и может вот немножко стратегией заниматься. Александр Григорьевич, как будут выстраиваться приоритеты относительно социальной политики? Uh-huh. Вот мы говорили о фонде «Здоровое поколение», uh-huh. А вот сейчас из-за того, что каникулы были продлены, увеличилось количество уроков в день, и теперь не обычные uh-huh. 6-7 уроков, а 8-9, а то и больше. Вот как вы считаете, все-таки этот закон, он должен быть доработан? Мало того, что он должен быть восстановлен и возобновлен в действии, может быть, еще какие-то новшества необходимо ввести, на ваш взгляд? Спасибо за вопрос. Хорошая тема по социальной политике. Вы знаете,
В принципе, в гагаузском бюджете очень много социальных программ на самом деле, да, по отношению к другим территориям. Но мне кажется, что вот немножко потеряно главное вот в этой социальной политике. Это избирательность и действительно направленность социальной помощи на тех, кто действительно в ней больше всех нуждается. Я приведу один пример. Вот у нас есть программа исполнительного комитета по помощи людям в отопительный сезон. По 125 лей в месяц в течение 5 месяцев. Это не было утверждено народным собранием через местный закон. И я не в плане сейчас какой-то там ревности, да, что исполнительная власть вот реализует эту программу, а в том, что я об этом говорил открыто и главе, и исполнительному комитету, что а какой принцип оказания этой помощи? Принцип всего лишь один. Всем, кто старше 60 лет. Я говорю о том, что социальная помощь, в принципе, социальная политика в чем заключается? Перераспределение денег от богатых к бедным. Ну да, так если основу. И вы извините, например, человек старше 60 лет, есть люди, которые получают 10-15 тысяч лей в месяц. Да. И человек, который получает сейчас 2 тысячи лей минимальная пенсия, и то это тот, кто имеет стаж, человек, который получает 2 тысячи, который получает 15 тысяч, и тому дают по 125 лей. Я не понимаю как бы таких вещей. Я хотела бы предсказать, так скажем, что, возможно, сейчас нам поступят телефонные звонки от людей, которые ждут все-таки, когда поступит эта помощь. И это люди далеко не те, у которых пенсия за 10 Согласен. Тысяч. Согласен. То есть моя какая мысль, что зачем? Давайте не 125 лет, это на самом деле довольно смехотворно. Пусть будет 500 лей, но те, кто нуждается, то есть ввести какой-то критерий, да, у кого меньше там доход на душу населения, у кого много... Но это предполагает, Александр Григорьевич, сбор документов. Да, да. Просто больше времени на это уйдет. Да, да. И, возможно, поэтому решили таким образом... Я думаю, что мы к этим вопросам вернемся на уровне власти. А вот касается социальной политики, я опять возвращаюсь к моей программе, вот что бы хотелось изменить. Мы с вами, я, во-первых, очень благодарен вам, мы много проговаривали про закон о помощи деткам, которые нуждаются в дорогостоящем лечении. Это следующий вопрос, кстати. И мы с вами тогда, вы помните, начиналось с недоумения, с удивления, и дошли, что закон работает. А мысль дальше у меня развилась, что мама обратилась молодая, ей уже не 18 лет, да, то есть закон только для деток. А что, говорит, делать нам, молодым, там, до 35 лет, которых мы читаем всегда в средствах массовой информации, дорогостоящая операция, операция миром. Он говорит, я не ребенок, но у меня есть дети, да? И я вот оказалась в такой ситуации, как быть со мной? И вот хочется этот закон все-таки, конечно, я еще раз повторяюсь, дети – это главнейший приоритет, поэтому тогда закон был написан именно для деток. Но вот молодым родителям, которые имеют детей и сами оказались в ситуации, когда им нужно дорогостоящее лечение, хочется вот этот закон развить не только для детей, но и для молодежи до 35 лет. Я, конечно, старшее поколение тоже, может быть, где-то обидится, да, что тоже иногда люди в 40-50... Ну, это другую программу социальную Согласен. Можно разработать. Я всегда людям говорю, что даже в великих государствах не хватает денег на все социальные программы. Но вот дети и материнство, наверное, вот главные вещи, над которыми вот сконструирована моя предвыборная программа, и я постараюсь вот как бы воплощать ее в жизнь. Спасибо, Александр Григорьевич. Есть еще у нас вопросы по телефону и по... И на почте электронной. Давайте перейдем к вопросу, который к нам поступил по телефону. Здравствуйте. На группе. Мы слушаем вас, говорите. Алло. Добрый здравствуйте. День. Здравствуйте. Я задаю вопрос. Вот вы сейчас сказали, что кто старше 60 лет, полагается по 125 лей. Угу. Муж инвалид, 63 года будет. Ему можно? Спасибо за вопрос. А мне 61. Вам 61. Вы откуда звоните? Из Кирсова. Вы из Кирсова. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Что и следовало ожидать. Спасибо за вопрос. И я вот в этом плане хотел как раз человек предопределил мою следующую мысль. Я хотел сказать, что на самом деле вот этими вопросами ведает исполнительная власть, и очень важно, чтобы исполнительный комитет был открыт к людям, и тем более есть такая площадка хорошая, как ГРТ, и больше было разъяснений, больше было информации для людей. Вы знаете, что я, например, открыл свою страничку в Фейсбуке, вот стараюсь разъяснять, но
в силу своих как бы знаний и возможностей. То есть я тоже не могу знать все вещи, все нюансы. Поэтому... Но вы анализируете ситуацию, да, которая происходит сегодня, вчера. Есть люди, которые профессионально этим занимаются и могут дать намного более глубокую информацию. Ну, возвращаясь к вопросу... Пособия. Да. Пособие положено всем людям, которые старше 60 лет. То есть фактически, да, безусловно, надо обратиться в примарию насчет пакета... Я не знаю, какой там, наверное, самый элементарный пакет документов для того, чтобы стать получателями этой помощи. Вопрос серьезный к нам поступил на электронную почту. Добрый день, Гагаузское радио, уважаемый Александр Григорьевич. Интересно узнать ваше мнение относительно закулисья НСГ, именно депутатов 7-го созыва. Живу я в Камрате, по работе часто езжу по городу, и после выборов то и дело встречаю новоизбранных и вновь избранных депутатов. Простите, кучками не собираются. Сторонники Ирины Влаху управления образования, сторонники Дудогла в другом месте. Константинов, говорят, тайком всех собирает. Вы, кстати, мною нигде не были замечены. Все решают подпольно, кто же будет новым председателем, и кое-кто готов платить за это. Называются тысячи евро за один голос. Это ужасно. Разве не для служения народу были избраны депутаты? На что нам надеяться, если ради должности и кресла готовы платить такие суммы? О какой честности депутатов может идти речь? Это даже не столь вопрос, сколько точка зрения тут, относительно сегодняшних вот этих... И очень глубокая. Я благодарю человека, который задал этот вопрос. Вы знаете, по прошествию выборов, мой округ, третий, была зарегистрирована одна из самых низких явок в Гагаузии. Я сейчас не буду, как бы, я и выступал по этому вопросу о том, что, о качестве списков избирателей, но то, что у людей есть апатия, и не то, что равнодушие, тут, наверное, не совсем подходит, а разочарование во власти. Не в конкретных людях, даже во власти. И я хочу сказать о том, что на самом деле мой округ и конкуренты, с которыми мы участвовали, мы, наверное, провели образцовые выборы с точки зрения, как они должны проходить. То есть без грязи, без денег, без подвоза, без вот этого всего раздачи какой-то. К сожалению, мы, наверное, были белым пятном, да, на общем фоне. Во всей избирательной кампании, да? И вот в Гагаузии очень широкомасштабно использовался и подкуп, и раздача каких-то ценностей. И поэтому и потом люди, которые приходят вот с помощью таких инструментов к власти, они и дальше себя ведут с... Подавающе. Да. Поэтому... Я не знаю насчет денежных средств коллегам, которые будут голосовать за того или иного кандидата. Вам предлагали? Нет, ну, они, наверное, знают просто меня, поэтому никогда не предлагали. Я помню, когда Михаил Макарович Формузал был, и первый мой был созыв, и он тогда написал, что продаются депутаты как тушки куриные на базаре и дают от 10 до 30 тысяч евро за голос. И моя жена... спрашивает меня: Саш, а ну ладно, там не 30, хотя бы 10, а где они? Ну, мы, конечно, так пошутили. То есть, на самом деле, смотря вам в глаза, могу сказать, что копейки не взял я за всю политическую деятельность ни от Кишинева, ни от Камрата, ни от каких деятелей. И я хочу сказать, что сейчас те, кто будут голосовать за деньги или за какие-то привилегии, на самом деле они предают тех людей, которые за них голосовали. И я хочу сказать, что Гагаузия, я вот не люблю эти высокопарные слова, но на грани исчезновения на самом деле. Не как территориальное образование, не как автономия, единица, по сути, для чего она была создана, она на самом деле вот эта коммерциализация. И получается, как Гагаузия, это уже не политический проект, а коммерческий проект. И вот это очень страшно на самом деле. И то, что встречается коллеги там в каких-то коллективах, ну, это нормально, потому что для того, чтобы выбрать руководителя, нужно 18 голосов. И то есть половина тех, кого избрали. И какой бы ты ни был талантливый гений, если ты себя считаешь таким, тебя просто так не выберут. То есть в любом случае надо собираться, объяснять, какие преимущества. И я надеюсь, что преимущество заключается только в том, что какой твой план деятельности как руководителя Народного собрания. Потому что на самом деле вот этот финансовый бюджетный кризис, он никуда не исчез.
И надо эти все вопросы решать. И взаимоотношения с исполнительной властью, взаимоотношения с примарским корпусом. То есть и как... взаимоотношения с центром. Абсолютно. Да. И, ну и Кишинев, потому что Кишинев, видя нашу вот эту коммерциализацию, ну просто уже не уважает. И ну, мы сами так пришли к этому. Давайте выслушаем еще один вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Мы слушаем вас, говорите. Увы, не дождался наш собеседник. Александр Григорьевич, считаете ли вы, что избирательный кодекс вот после последних выборов в Народное собрание Гагаузии снова нуждается в изменениях и дополнениях? Безусловно. Спасибо, Екатерина, за вопрос. Вообще, это одна из самых ахиллесовых пят, да, вот, нашего законодательства, то есть слабых мест. Вы помните мои инициативы последние, они буквально были накануне, пусть не обижаются ни жители, ни коллеги, которые тогда голосовали, но я очень искренне в это верил и считаю, что это было правильным, то, что мы хотя бы вот окружные советы сократили, да, вместо, только остались три районных, вместо того, чтобы в каждом населенном пункте, хоть в этом мраке бюджетном, который происходит, хоть миллион лей сэкономили, да, потому что их бы сейчас пришлось выплачивать. Что касается системной работы над избирательным кодексом, я надеюсь, что Центральная избирательная комиссия, для чего вообще ее создали? То есть, если вы помните, раньше выборы депутатов Народного собрания и Башкана, только на этот период собиралась, да, избирательная, да, комиссия, и в принципе создавался ЦИК. Создавался ЦИК, да, и в принципе ничего как бы сверхъестественного не происходило. Мы создали постоянно действующий орган, который финансируем с бюджета Гагаузии за счет налогов, которые, да, в том числе вы платите. Ну, должен быть и эффект. Ребят, вы меня извините, с этими списками избирателей, когда человек умер в 2009 году, и он до сих пор в списках, и мне говорят, что это не компетенция ЦИКа, а компетенция примарии, да, неважно ли человеку, который вас выбрал или платит налоги, бюджет, чья это компетенция? Для чего тогда Центральная избирательная комиссия? Соберитесь, проведите конференцию, разъяснение примарам, да, помогите. В конце концов, надо выделить деньги для подворового обхода. Сделайте это. Мы же знаем, что человек, когда уходит на тот свет, справочку дает примария, да? Ну что, сложно вычеркнуть этого человека со списков. То есть, знаете, вот каждый раз после проведения выборов и когда подводятся итоги, просто у нас совпало, да, с российскими выборами. Какой регион, какие масштабы. Результаты известны практически после 9-10 часам, уже известны результаты по максимуму. У нас они очень долго идут. Но это уже другая тема разговора, ну, я просто в целом о деятельности ЦИКа. Мы с вами, Екатерина, всегда как бы самокритичны, и, в принципе, это правильно, потому что, да, ну, смысл хлопать тому, что происходит, если есть проблемы, их надо решать, да, и на самом деле я жду от Центральной избирательной комиссии вот какого-то системного... 9 человек, Александр Григорьевич, 9 человек, они оплачиваются в течение... Безусловно. 4 лет, да, насколько? 4 года. Нет, не все 9 человек, председатель, и его секретарь. И заместитель, они постоянно все время, а вот на период предвыборной кампании, там 60-90 дней, то есть нанимается еще. Угу. Кроме этого, есть еще технический персонал. Да, еще есть, да. То есть больше миллиона леев мы тратим на это. И хочется, чтобы вот сейчас ЦИК проанализировал выборы, увидел вот эти белые пятна в законодательстве. Мы, как депутаты, тоже их знаем. То есть, как бы саккумулировали все эти предложения и откорректировали, потому что, Екатерина, я вам хочу сказать один риск, и он настоящий. Будущие башканские выборы, они не состоятся, потому что в уложении Гагаузии написано 50% плюс. И согласно спискам избирателей, которые были сейчас на Народное собрание, 116 или 120 тысяч, нету этих людей в Гагаузии, 50%. Нету 60 тысяч избирателей живых, находящихся в Гагаузии сегодня. Это я вам гарантирую. И выборы Башкана не состоятся. Мы потратим кучу денег на несколько туров, потому что второй тур опять, то есть повторные выборы опять 50%. И для этого нужно менять уложение. Если мы будем... А уложение, вы знаете, что меняется только через 6 месяцев после внесения изменений. Если мы сейчас будем играться в политику, то вот эти вопросы, они... Опять сроки будут упущены. Потому что об этом говорили еще после проведения... Да. И я, например, разработал внесение изменений в уложение не только в этом. Все свои видения. Потому что уложение, извините меня, больше 20 лет, оно устарело. Конечно, морально устарело, его нужно менять. И хочется вот, чтобы мы... Политика политикой, но я в данном случае политику имею, игру политическую, да, это одно. Но то, что мы должны работать, иначе на следующие выборы вообще люди не придут голосовать. Да, придут опять, когда будут там продуктовый набор кто-то раздавать, но
Мы же не для этого гагаузиса. Кстати, в соцсетях строим. Была мысль о том, чтобы вообще упразднить этот пункт как явка избирателей. Потому как, есть и такое, да. Ну, малое количество приходит. Ну, есть еще одна тема относительно голосов, да, которые определяются героем избирательной кампании. Я имею в виду те, кто баллотируется. Победитель может набрать 1000, в данном случае это в Камрате, в Кирсове происходит, в Кангазе, около 1000, да, и есть голос 150, вернее, есть кандидат, набравший 150 голосов, и этого достаточно для прохождения в законодательные органы, и даже не только 1000, а 1300-1500, то есть все-таки тут, ну, прям очевидная градация того, что надо пересмотреть. Екатерина, у нас есть прямо вот на поверхности несколько вызовов, которые каждый человек уже понимает, не то, что те, кого избирают. Во-первых, 35 для Гагаузии депутатов – это чрезмерно, потому что в Тирасполе 33, в Кишиневе 101, но это на всю страну, да? Здесь 35, вот сейчас поэтому и собираются лишь вот потому, этими что группами. 35 населенных, опять же, это гласит уложение абсолютно Гагаузии. Верно. Каждый населенный пункт, извините, что я, может быть, должен иметь своего представителя. Зачем в Камрате 4 депутата? Вот объясните мне. Мы как должны решать проблемы? Вот моя улица заканчивается 3-го округа, я уже 4-й округ не должен решать проблемы. То есть, ну, для этого есть действительно советники муниципального совета, которые определяют, которые работают по районам. Как по... бы есть эта мысль, я не знаю, конечно, будет ли политическая воля у коллег, чтобы нас оставили в будущем 9-11 человек, но это были действительно легитимные люди, которые будут избираться по округам, да, то есть... И которые будут работать на профессиональной основе. Я думаю, что, например, кирсовчане, им может быть очень важно, чтобы кирсовчанин был народным собранием, но я думаю, что им намного важнее, чтобы это, может быть, и не кирсовчанин был, а вот округа, куда входит Кирсов, но который человек будет... и ответственный, и порядочный, и профессиональный, и легитимный, да, то есть вот у меня есть много мыслей, как реконструировать, но они довольно революционные, я не знаю, как будет воспринимать наша политическая элита это предложение, но эти вопросы все равно никуда не уйдут, их надо решать, понимаете, что глава Скажите, ГГУЗИ... Скажите, сколько на сегодняшний день депутатов работают, так скажем, на профессиональной основе? Ну, по предыдущему созову чуть больше трети работали на постоянной основе, но я даже не в плане экономии денег, да, что не 35 должно быть, а вот чисто вот, вы же правильно сказали, нарушается основной принцип демократии, пропорциональность. Не может один человек избираться 1000 человек, другой в 10 раз меньше, но иметь одинаковый голос. В мире такого нет, но у нас это есть. И мы делаем вид, что мы как бы современные, мы передовые, при этом придем, в принципе, пример, да, для всех. Но это же наша компетенция. Здесь Кишинев не виноват. Ребят, давайте собираться, давайте обсуждать, давайте это делать. Или будем заниматься коммерческим проектом Гагаузии, или мы будем эту Гагаузию строить как автономию. Еще один вопрос к нам поступил от Василисы из Кангаза на электронную почту. В период вашей работы вице-спикером Народного собрания Гагаузии вы уделяли внимание проблемам больных детей. Что-то больше не слышно, как работает этот фонд. Неужели все дети выздоровели? Что, конечно, было бы очень хорошо. Спасибо за вопрос. Очень хорошая тональность. Вы знаете, у нас мы привыкли, вот публичные люди, чтобы кто-то что-то когда-то сделал, обязательно об этом каждый на каждом углу рассказывает, да, что вот получилось, что это работает. Закон очень хороший, он уже имеет трехлетнюю историю. Согласно этому закону, все детки до 18 лет, их родители получают помощь в размере 50% от стоимости операции, в том числе и за границей. Деньги перечисляются в лечебные учреждения. Ну и хорошо, что не слышно про это, потому что закон работает, эти дети обращаются, эти решения принимаются, выносятся, деньги перечисляются, но на этом никто не делает пиар, да? А вы как-то отслеживаете сейчас судьбу фонда? Конечно, работу я член фонда? Админсовета, то есть согласно закону создан административный совет, который, в принципе, рассматривает заявление и принимает решение. И я хочу сказать, что даже вот когда мы баллотировались и не могли работать онлайн через приложение, эти заседания были, то есть коллеги с исполнительного комитета работали, и мы голосовали, детям оказывается помощь. И хочу сказать Василисе, что в чем прелесть закона, в том, что он абсолютно аполитичен, то есть любая семья, которая оказалась в этом риске, она получает помощь. Не надо быть
родственникам кого-либо блат какой-то иметь, ну, как у нас вот привыкли. Ну, и к сожалению, даже так вот и есть в большинстве случаев. Люди звонили, а вот вы можете нам помочь, посодействовать. Не нужна помощь. То есть, если человек нуждается в этом, просто обращение, есть пакет документов, ну, чтобы это было честно, да, то есть счет с клиники для перечисления, и любой получает эту помощь, и мне кажется, что вот это, для этого мы и избираемся, чтобы принимать законы, которые не избирательны кому-то, а вот помогать всем, неважно от твоего статуса или социального положения. И еще один вопрос, и даже, может быть, несколько мнений к нам поступило на электронную почту. Здравствуйте, Гагаузское радио. Хотелось бы узнать мнение гостя Александра Григорьевича. Если я правильно понимаю, Народное собрание утверждает состав исполкома. Как вы думаете, сохранится ли в том же составе начальники управлений в следующие 2 года? И еще вопрос. Зачем нам должность Башкана? Есть начальники управления, они исполняют постановление Народного собрания. Да. Что делает Башкан согласно уложению? Женю, разъясните, пожалуйста. Спасибо. Сегодня такая содержательная у нас беседа. Хорошие такие вопросы, глубокие. Мне очень нравятся они. И я хочу... Вначале вот я чуть мысль не закончил по деткам, по фонду для деток. Вы знаете, почему лично у меня есть надежда, что у Гагаузии все получится, и вот эта коммерциализация закончится? Больше 1 000 000 леев было собрано в этот фонд пожертвований, и один человек перечислил 1 000 000 лей. Один человек перечислил 1 000 000 лей для поддержки этого фонда. Это в этом году? Это было, когда фонд создался. Когда только создавался. И никто не знает имени этого человека, и этот человек нигде не сказал о том, что он перечислил. И у меня вот надежда, что вот такие люди в Гагаузии есть. И, в принципе, мы воспитываем своих детей на вот этих ценностях, да, на том, что не пиариться, быть скромным, оказывать помощь, не говоря об этом. Это метод, вернее, это принципы жизни вообще-то, которые закладываются в самом начале развития. Мы же для ребенка. Этого и родились, да, чтобы, в принципе, вот эти ценности. И я хочу сказать, что вот есть эти люди. Поэтому, когда мы смотрим на негатив, что там вот раздают деньги, чтобы голосовали, там, да, этот негатив есть. Но есть и вот такие вещи, вот такие примеры. Поэтому не надо нам уподобляться этим вещам, а наоборот смотреть, что вот есть это светлое, доброе, и постараться культивировать в самих себя хотя бы, с себя начинать. Детям прививать, и я думаю, что все получится. Ну, возвращаясь к вопросу, по хорошему вопросу, по членам исполнительного комитета. Вы знаете, я прошлый созыв говорил об этом на предвыборных дебатах в Ногте, которые были, допустил ошибку, глубокую ошибку, по моему мнению, проголосовав за исполнительный комитет с составом. Ага, полным составом. То есть я сейчас считаю, что, я не знаю, как коллеги мои к этому отнесутся, но мы должны персонально утверждать каждого члена исполнительного комитета, тогда есть обратная связь и ответственность этих людей, которых мы выбираем, перед депутатами. Перед депутатами не как личностью, да, а перед депутатами, которые представляют свое население, которое задает депутату вопросы, их необходимо решать. Ну, всегда принимался на состав исполнительного? По-разному. По-разному. По-разному было и персональное голосование. Было, да. И я хочу сказать, вот, например, у меня когда была предвыборная кампания «Встреча с людьми», больше всего вопросов по здравоохранению, да, то есть по отношению медицинского персонала к людям, по очередям. Ну, мы с вами ходим в эти лечебные учреждения, поэтому прекрасно друг друга понимаем. И как решать? Ты вроде депутат, да, но решать не можешь, потому что начальник управления здравоохранения иногда не приходит, иногда не отвечает. Я сейчас не про личные свои как бы взаимоотношения, но на самом деле это есть. Поэтому очень важно, чтобы вот человек чувствовал эту персональную ответственность не потому, что я поднял за него руку, да, а просто для того, чтобы потом решать проблемы тех людей, которые обращаются к тебе за медицинской помощью. Что касается должности Башкана, ну, давайте мы не будем утрировать, да, ну, без руководителя Гагаузии это невозможно развивать этот регион. Другое дело, кто представляет эту должность. Ну, опять же, мы выбираем, да, того, кто представляет. Но единственное, что, по моему мнению, вот мы с вами немножко такую глубокую полемику начали, мне кажется, что глава Гагаузии, не нынешний, вообще глава Гагаузии, не должен быть руководителем исполнительной власти, потому что... руководитель исполнительной власти должен быть менеджер, который, в отличие от Башкана, который является больше политической, представительной фигурой, да, который как бы больше представляет Гагаузию, налаживает связи, международное сотрудничество, взаимоотношения с Кишиневым,
А вот руководить правительством местным, как в стране, да, должен премьер-министр или руководитель исполнительного комитета. Потому что нужно политику тут разделить с менеджерской должностью и деятельностью. Это мое как бы мнение. Спасибо, Александр Григорьевич. Еще один вопрос. Приближается 3 декабря, День инвалидов. В прошлом году нам никакой помощи не было оказано. Могут ли инвалиды в этом году рассчитывать на какую-то поддержку со стороны властей? Степан Дмитриевич Орманджи. Спасибо. Я, наверное, человек задает вопрос, видимо, на государственном уровне. Раньше был фонд... Да и на региональном тоже. У нас тоже поступали вопросы. Я примерно подобные. Как бы понимаю суть вопроса. Фонд социальной поддержки населения. Uh-huh. Он раньше был, есть на национальном уровне для особо сложных случаев, есть на региональном фонд социальной поддержки населения. И мы, тогда я тоже сходил в состав административного совета, и мы принимали решение, вот день афганских событий, день инвалида, день пожилых людей, uh-huh. 1 июня, день ребенка. Какие-то целевые средства, да, выделялись вот всем. К сожалению, или прошлый год, или позапрошлый год, два года уже как реформирован фонд социальной поддержки населения, и сейчас я не являюсь членом административного совета, эти деньги распределяются только на уровне исполнительного комитета и районных администраций, и опять же неправильно, потому что не то, что я не доверяю этим органам, но мне кажется, что фонд социальной поддержки населения должен быть в примариях, и примары, которые лучше всего знают своих жителей, вот, должны оказывать помощь, в том числе инвалидам, потому что я боюсь, что вот сейчас 3 декабря опять люди не получат этой поддержки, потому что, ну, будем честными, там не совсем прозрачно распределяется эта финансовая помощь. Извините. И последний вопрос, Александр Григорьевич, хочу я вам задать как экономисту с хорошим опытом и профессиональным таким. Спасибо. До 10 ноября Национальное агентство по регулированию в энергетике должно будет установить новые тарифы на газ, которые будут применяться с 1 ноября. Сегодня 5 ноября. А условия поставки вроде бы обговорены, вроде как и формула известна, но почему-то так долго не может приняться этот окончательный тариф. Считаете ли вы, что что-то кроется за этим? Ведь надо понимать, что народное негодование растет с каждым днем. Спасибо за вопрос. Значит, если абстрагироваться от политики, от предположений каких-то, просто вернуться к экономике и к арифметике, ну, мы все прекрасно понимаем, даже дети, которые изучают математику в школе, что более чем двукратный рост стоимости газа, который импортируется, да? Да, закупочной цены, то есть просто переложить эти цифры на формулу, получается, что вместо тех 4,70 лея, которые мы сейчас платим вместе с НДСом, я округляю, минимум получается цена, приближающаяся к 9-10 леям за кубический метр. И тут не надо как бы делать какое-то лицо, я имею в виду хорошую мину при плохой игре, имею в данном случае политиков, а говорить честно и называть вещи своими именами. Единственное, на что я надеюсь, что, вот вы говорите, известна формула, наоборот, никакой прозрачности, ничего не опубликовано, и мы все только из выступлений тех, кто переговаривался. Тех, кто переговаривался, причем выступлений, да, таких довольно туманных и очень умных, но без конкретики, да, и в данном случае что-то скрывается за этим всем, и я надеюсь, единственное, что вот к чему привязана эта формула, потому что одни говорят, что в декабре она подешевеет, хотя как, откуда они знают, что в декабре будет уже не 450 долларов, а 400, то есть очень много вопросов. Но факт тому, что с 1 ноября это уже будет... И называют какие-то новые умные слова из английского словаря, да, спотовые, фьючерсы, рынки, там, то есть все, да, что это все человек для не нас, разобрался. Для нас, для потребителей. Единственное, в чем как бы я... Моя надежда, что когда мы получаем фактуры за газ, вот если вы обратили внимание, там есть, из чего складывается тариф. И там больше 30% тарифа – это расходы Молдова-газ. Да, то есть это не стоимость газа. И я очень надеюсь, что правительство, которое имеет своего представителя в Молдова-газ, то есть внимательно будет вот, отслеживать эти вопросы, когда будут утверждаться тариф. Но не могут люди получать по 100 тысяч леев в месяц в Молдове. Ну не могут. Вот это другая тема, которая действительно каждый понимаете, раз коробит это сознание того, что... Я уже не говорю про какие-то экономические вещи. Это не человечно, бесчеловечно. И когда люди получают 5 тысяч леев зарплату и получают кто-то 100 тысяч леев,
и мы потом этот тариф... И мы говорим, что мы живем в демократической стране. Да, и мы за это платим. Ну, это что-то ненормальное. То есть я понимаю взаимоотношения стран, да, то есть если Российская Федерация продает свой товар, и он стоит столько-то, да, ну что тут сделаешь? Так сложились обстоятельства. Но когда мы внутренние вот эти накрутки делаем на своих людях, ну тут немножко странное поведение. Александр Григорьевич, наша программа подходит к концу, она уже подошла к концу, но не могу еще вас не попросить обратиться к нашим жителям, ведь скоро будет КАСА, национальный праздник гагаузов. Мы любим эти праздники. Что вы им скажете? Что вы нам скажете? Спасибо, спасибо, Екатерина, еще раз за приглашение. Мне кажется, мы так с вами откровенно поговорили, как и всегда, да? Безусловно. Хочется сказать людям накануне такого большого праздника, когда подводятся итоги урожая. Урожай был хороший, да, хотя вот сейчас немножко нету влаги. Добрее быть друг другу, добрее, отзывчивее, поменьше грязи, вот этой зависти, жадности, алчности. Милосерднее относиться друг к другу, не думать, что все воры у власти, все негодяи, да, и только думают, как обокрасть людей. Есть люди, действительно, которые несут крест, на самом деле власть — это крест, а не какое-то благо, и несут ответственность за людей. И вот стараться вот все-таки вот в этом мишуре, вот этой пропагандистской, видеть доброе, светлое, и еще раз говорю, брать пример вот с тех людей, которые миллион лет оказали помощь и нигде не сказали, как их зовут, да, то есть... Но это вы тоже нам сказали об этом спустя 3 года. Да, то есть вот эта бескорыстность внутренняя, да, чтобы она у нас жила и обязательно культивировалась, на и передавали детям. На этой доброй ноте, Александр Григорьевич, разрешите вас поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение, поблагодарить наших слушателей и зрителей за вашу активность. Действительно, давайте будем добрее, и мир станет вокруг нас светлее и тоже добрее. Программа подошла к концу. Всего доброго, до новых встреч.